Скоро уже. Мы им сегодня бросили муху. Вот тут. Вот муравьи тут бегают. Вон, вон! Муха убегает. Муха живая. Это у меня папа поймал. Сейчас эта муха, вот эта вот жирная, забежала вот сюда вот к ним. Ой, вот сюда вот забежала. Они, два муравья там собирались ее поймать, но она сбежала. Вот еще тут комарик. Это... У нас матка вообще не изменилась. Муравей-солдат вон прибежал еще. Что тут суета? Схватили яйца? Кстати, я еще видел, что вот этого второго комарика, которого я вам там показывал, они перетащили вот сюда вот в корм. Вот сюда вот они перетащили. Но его сейчас тут нету. Наверное, они уже съели. А, нет, вот он. Спрятался хитренький. Толкал. Все, сейчас будет битва. Все. Вон. Она пытается через эту штуку выбраться. Муравьи ее кусают, кусают. Дергают. Нифига себе, она моих... Схватили ее, смотри, закрыли. Все схватили за крылья. Кин тоже пытается выбраться. Но я ему не дам. Они ее за лапочки тащат. Вот это да. Накинулись. Все, накинулись. Где там матка-то у нас? А, вот она, матка. Она скоро уже пойдет туда, разузнать, что такое там случилось. Кого они там поймали. Только видит чужака. Они такие, в атаку! Надо схватить чужака! Вот в эту ракушку наложили мы им сахарный сироп, но один муравей утонул и погиб. Чё? Он еще за лапы до сих пор тащит, блин. Не тащит. Сегодня еще надо увлажнить, кажется, да, мама? Угу. Вот. Чуть-чуть можно. Увлажню немножко. Возьму. Все, добыча поймана. Атакована. Будет сейчас съедена. Все, мухи не спастись. Ага. Но муха еще жива, она продолжает тягаться. Так, смотрите. Ладно, потом. Пока-пока.